Сәлем, Қазақстан! 12 қыркүйек күні сағат 20:00-де Алматы уақыты бойынша Активист ДВК чатында тікелей эфир өтетін болады. Эфирде елдегі әлеуметтік, саяси, экономикалық жағдайларды талқылайтын боламыз. Сонымен қатар Назарбаев жүйесін жалпы қалай тоқтатамыз. Сол жайында болмақ. Эфир модераторлары мен Елдос Насипбеков, Заман Бектеулиев, эфир спикері Мұхтар Әблязов. Приглашаем всех поучаствовать в дискуссии о том, как сменить преступный режим Нурсултана Назарбаева. Мы получаем разные предложения. Ну, например, есть такие предложения, что нужно 10 тысяч солдат вывести их к Ак-Орде и взять силой сменить этот режим. Я, конечно, очень иронично отношусь к таким предложениям. Есть другие предложения, например, раздать все миллиарды долларов, непонятно откуда их взять, и люди типа выйдут на улицу. В любом случае, предложений очень много, где-то реальных, где-то фантастических. И когда мы озвучивали свои предложения, есть люди, критики, которые говорят, что нет, так не получится и так далее. Чтобы мы совместно отработали действительно тот самый путь, который приведет к смене этого политического строя, мы предлагаем провести конференцию чат, в котором вы можете активно поучаствовать, как инкогнито, когда вы будете просто озвучить свои предложения голосом. Кто имеет возможность и не боится, может свои предложения озвучить открыто видео. Я предлагаю именно обсудить все вместе открыто. Открыто, и тогда будет понятно, что тот путь, который мы избрали, он действительно абсолютно реальный, действенный, быстрый и наиболее эффективный. Приглашаем вас участвовать в этом эфире. Уважаемые друзья, сейчас в Телеграме появилась возможность выходить на видео и аудиозвонок. Если у вас есть вопросы к нам или идеи, вы можете озвучить все это в прямом эфире в это воскресенье. А также пишите свои вопросы в комментариях под это видео. Всем спасибо, присоединяйтесь к эфиру в воскресенье. До скорой встречи. Алга, Казахстан!